Проект «Народный маршрут» запустили в Воронеже в 2003 году. Для этого закупили 100 новых автобусов «ЛиАЗ» ярко-желтого цвета. Маршруты проходили по всем магистральным улицам города. В 2016 году на дороге Воронежа ежедневно уходили 48 бесплатных автобусов. Плановый интервал движения составлял от 30 до 45 минут. Народный маршрут обслуживал в ПАТП номер 3. Большинство автобусов находилось в собственности компании. 25 газовых автобусов «Нефас» предприятие арендовало. Всего за проектом были закреплены 50 автобусов. В 2016 году финансирование проекта составило около 92 миллионов рублей. Автобусы народного маршрута в Воронеже отправились в последний рейс в пятницу, 18 ноября 2016 года. Финансирование программы завершилось в рамках работы по оптимизации расходов бюджета. Высвободившиеся средства направят на обновление пассажирского автопарка в Воронеже и в районах области. Автобусы народного маршрута останутся в распоряжении ОАО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие номер 3». Пассажирский транспорт перенаправят на коммерческие и городские маршруты. Воронежские народные маршруты навсегда ушли в историю.